Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как зарегистрироваться на проекте SEO Sprint, о котором я уже ранее рассказывал в своих видео. Проект очень хороший, советую его всем. Ну что ж, приступим. Нажимаем кнопку «Регистрация». И попадаем на страницу с формой регистрации нового пользователя. Так, что тут у нас капчей залагало? Давайте обновим ее. Вот. Так, как вас зовут? Пишите свое имя, либо логин. В принципе, все равно, что писать. Укажите у вас действующий email. Email действительно надо указывать действующий. Так как при случае, если вы забудете пароль, пин-код, ну, о пин-коде позже, то вам на почту придет код подтверждения специально. Так, все, приписали почту, приписываем телефон. Так, это я указывать не буду, укажем другой. Все неправильно, так. Так вот. Все. Решаем. Указываем проверочный код. Так. У, Б. Все, указали. Нажимаем. А хотя стоять. Ошибочка у меня. Исправлю. Все, продолжить. Телефон. Где-то я ошибся. Блин, я плохо помню этот номер, если честно. Ладно, давайте вот этот используем все-таки. Все, нажимаем продолжить. После этого попадаете на форму завершения регистрации. Здесь вот вывешены ваши данные. Чтобы вы еще раз их устроили, если вдруг увидите ошибку, можете спокойно исправить. Так, вот, кто вас пригласил, это у вас реперер, это я. Дальше идет тест с вопросами, на которые надо обязательно ответить. Ответы обычно ищет либо в правилах проекта SEO Sprint, либо у условия предоставления услуг. Ну что ж, приступим к выполнению теста. Вопрос первый. Кто несет полную ответственность за содержание и возможный вред от рекламы? Размещенный на SEO Sprint. Только рекламодатель. SEO Sprint. Администрация никак не относится к этому. Что придет с аккаунта, если его не посещать больше 60 дней? Аккаунт будет удален. Это да, их правда удаляют, к сожалению. Разрешено ли использовать вспомогательные программы, например, автокликер, категорически запрещается. Но есть умельцы, которые ими пользуются. Не знаю, я вот не пробовал и вам не советую. Так, разрешено ли создавать более одного аккаунта или входить в работе в разные аккаунты с одного компьютера? Это тоже запрещается, как бы отслеживается по IP. То есть проект может заблокировать ваши аккаунты, как за мультиаккаунты. Так что тоже не советую. Так, следующий вопрос у нас будет, сейчас, секунду. Вот. Если аккаунт удаляется или банится, что происходит с деньгами на балансе, рекламные площадки и имеющими рефералами? У вас и площадки обнуляются, деньги не возвращаются, рефералы свободны. Так что смотрите, если вас заблокируют, останутся деньги на балансе, вы их все потеряете, не успели допустились. Так что советую работать так на проекте, чтобы вас не банили, а не удаляли. Ну, то есть, удаляйте его только, если вы не посещаете 60 дней аккаунт. Так что, если куда-то собрались, значит, долго не зайдете, просто выведите деньги. Так, что делать, следует делать, если вам не устраивает правила проекта SEO Sprint? Покинуть проект. Хотя я бы предложил другой вариант, предложить администрацию свой вариант правил. Но почему-то они не хотят слушать наши предложения. Ну что ж, нажимаю кнопку «Зарегистрироваться». Так. Немного открылось. Ай, блин, это опять реклама, извините. У меня какой-то вирус, походу, на компе. Ладно, зарегистрироваться. Все. Здесь вот видите. Email ввода, ваш, входа точнее, пароль и пин-код отправлены на ваш телефон в смс-сообщении. Пароль это у нас, ну, пароль для входа. Вот, давайте на вкладку «Войти». Здесь подписан ваш e-mail, который вы указали при регистрации. Далее пароль, который пришел вам в смс. Решаете капчу. Я зайду уже в свой существующий аккаунт, не тот, который только что регистрировал. Вот, я зашел на свой аккаунт. Вы когда зайдете, у вас будет все то же самое. Также нулевой баланс. Все точно так же, в общем. Но кроме вот одного. У вас будет рейтинг ниже, и у вас вот здесь... Вместо рабочего будет стоять статус прохожий. Ну и рейтинг 0. Давайте нажмем на рабочий.
его нужно будет сменить с прохожего на рабочий. Видите, вот прохожий. Надо будет вам сделать рабочий. Для этого нужно заполнить строки, ну, личные данные. Зачем это делается? Смотрите, даже вот таблица. Все прислан. Вывод средств из системы. Прохожий может вводить только 2 рубля в сутки. А уже рабочий 500 рублей в сутки. Заметили, да, разницу? А надо сделать всего несколько простых действий. Давайте даже покажу, что именно нужно сделать. Так. Переходим в раздел «Мои личные данные». Так, вот прогрузилось. Открывается вот такая страница. У вас не будет аватарки. Будет только вот e-mail и пароль, номер телефона. Здесь выбираете род деятельности, то есть работаете. Вот даже примерно вот так. Вот заходите, выбираете здесь. Я вот не имею основного места работы, я так и выберу. Семейное положение. Не женат, не замужем, нет детей. Все. Далее убираете ваш пол и год вашего рождения. Все. Тут вводите ваши кошельки. Здесь вводите нормальный пароль, который вы будете использовать для входа. Так как в смс-ке приходят очень корявые пароли, их фиг запомнишь. Так, вот вы вводите тут новый пароль свой. Дальше. В смс у вас есть пин-код. Он нужен для изменения ваших данных. То есть вот вводите пин-код из смс. Пин-код советую сохранить, записать куда-нибудь. Он вам еще не раз пригодится. Если вдруг забыли, вот нажимаете на кнопку «Забыли пин-код» снизу. Ну вот. Дальше следует инструкция. Вот вы ввели пин-код свой. Нажимаете кнопку «Сохранить изменения». Вот в итоге у вас получится примерно такая же страница, как у меня. Вот. Все полностью заполнено. Также вы можете поставить аватар, если захотите. Вот после этого у вас сменится статус прохожего на рабочий. И будет рейтинг единица. Ну, до этого у вас стоял 0. Ну что ж. Регистрируйтесь на данном проекте, зарабатывайте деньги вместе со мной. Своим рефералом я помогаю по внутренней почте, обучаю их всем, что умею я. Всем спасибо за просмотр и пока.